Напала грусть и плохое настроение? Мы можем помочь. Даже гадалки ходить не нужно. Просто смотри наше новое видео и делай игрушки антистресс. Смайлик, радуга, суши и мыльные пузыри вмиг поднимут тебе настроение. Зайка устала от жизни. Она бездумно смотрит телевизор и скоро установит рекорд по переключению каналов на пульте. Но у куколки другие планы. Она врывается в комнату и предлагает подруге массу развлечений. Время вставать с дивана. Ведь там снаружи ждет целый мир. Вставай, ну вставай же! Идем навстречу приключениям. Зайка по-прежнему не в духе. Воздух слишком свежий, подруга слишком радостна, а фрукты слишком сладкие. Как же заставить мисс Угрюмость улыбнуться? Нам срочно нужен большой смайлик. Большой воздушный шар желтого цвета наполняем крахмалом. Используем лейку. Завязываем шарик на узел. Вокруг обвязываем яркие вязальные нитки. Черным маркером рисуем на шарике веселого смайлика. Куколка дарит зайке нового друга. Этот желтый крепыш создан, чтобы поднимать настроение и вызывать улыбку. Растяни его во все стороны, и улыбка смайлика станет еще шире. Это помогает поднять подруге настроение. Увы, ненадолго. Похоже, смайлик не в ее вкусе. Может, у зайки просто аллергия на желтый цвет? Мисс Угрюмость, так просто не развеселишь. Никакие уловки куколки не помогают. Зайка сидит в костюме печали, а над ее головой собралась целая тучка грустных мыслей. Чтобы помочь подруге, куколка решает разогнать все тучки над головой и превратить их в яркую радугу. Пружинку радугу оклеиваем утеплителем с двух сторон. Формируем белый ком, похожий на облако. Из голубого фоамирана вырезаем капельки. Из золотистого картона вырезаем зигзаг молнии. Приклеиваем молнию и капельки на облако. Куколка демонстрирует подруге, как из грозовой тучки появляется радуга. Это так забавно. Почувствуй себя повелительницей погоды. Но зайке все не подходит. С таким настроением даже радуга меркнет. Она бежит прочь от приставучей подруги. Куколка решает использовать всем известное антидепрессивное средство – мыльные пузыри. Ну же, мисс Угрюмость, поиграй со мной! Кажется, мыльная техника срабатывает. Но куколка зря обрадовалась. Зайка согласилась вступить в игру только для того, чтобы отвязаться от назойливой подруги. И при первом же удобном случае спешит уйти. Но куколка так легко не сдается. Она приготовила целый шар мыльных пузырей. Делаем мыльный раствор из воды и средства для мытья посуды. Контейнер от мыльных пузырей несколько раз прокалываем горячим шилом. Помещаем его в большой воздушный шар и приклеиваем к горлышку. Наливаем мыльную жидкость в контейнер, наполняем весь шарик. Зайка старательно делает вид, что ей нравится изобретение подруги. Мыльные пузыри и воздушный шарик – два в одном. Как здорово! Впрочем, в следующее мгновение капризуле уже надоели. И пузыри, и шарик, и подруга. Она оставляет обиженную куколку в одиночестве. Куколка обиделась не на шутку. А на нервной почве она всегда красит губы. Теперь очередь зайки возвращать подруге хорошее настроение. Но куколка неумолима, ведь она так старалась развеселить подругу, а та отплатила ей черной неблагодарностью. Но у зайки есть план. Для этого ей нужен Эос подруги. Пенопластовый шарик разрезаем пополам. Внутри делаем углубление, оборачиваем шарик фоамираном и нагреваем феном, чтобы фоамиран сохранил форму. Приклеиваем фоамиран к шарику. Лишнее обрезаем. Также оборачиваем и вторую половинку. К обеим половинкам приклеиваем липучки, чтобы шарик можно было соединить. Приготовим лизун, канцелярский клей, смешиваем с пеной для бритья. И добавляем акриловую краску.
наливаем немного геля для стирки и замешиваем лизун. Кладем лизун внутрь шарика. На фоамиране палочкой для оттеснения выдавливаем надпись «ЭОС». Зайка дарит куколке огромный ЭОС. Раскрой его, там внутри сюрприз. Куколка растягивает в ЭОСе розовый лизун. С таким точно не соскучишься. И все ссоры забыты. Потомственная гадалка Серафима уже на рабочем месте. Своим третьим глазом она чувствует приближение незваной гости. А вот и она. Бедняжка, ей срочно нужна помощь. Она в полном отчаянии. Не волнуйся, Серафима поможет. Посмотрим, что говорят линии на руке. Так, все 5 пальцев на месте, уже хорошо. Линия жизни очень длинная и тянется аж до локтя. Так что волноваться не нужно, но посмотрим еще в мой магический шар. В разъемный прозрачный пластиковый контейнер в форме шара насыпаем разноцветный глиттер и пайетки. Наполняем шар жидким детским маслом. Для удобства используем шприц. Набираем окрашенную воду в шприц с иглой и добавляем капельки воды в масло. Закрываем отверстие термоклеем. Гадалка Серафима знает толк в спецэффектах. Шар приобретает насыщенный оттенок. Сплошная магия. Смотри внимательнее, бедняжка. Вот такой яркой и насыщенной будет твоя жизнь. Тебя будет окружать блеск и волшебство. Так что бери шар и сама убедись. Серафима не врет. Жаба подтвердит. Рыжуля завела себе нового друга. Кактус Жорж радует ее своими колючками. А вот куколку ничто не радует. Она страдает от невыносимой боли в шее и плечах. Рыжуля пытается помочь, но от массажа куколки только хуже. Она сама стала как кактус. Рыжуле приходит в голову идея нового антистресс-массажера. Резиновый мячик оклеиваем воздушным пластилином. По всей поверхности вытягиваем из пластилина небольшие зубчики. Даем застыть. Ставим мячик на подставку. И окрашиваем шипы белой акриловой краской. Разомну мышцы подруги моим новым кактусовым массажером. Он отлично справляется. Куколке моментально становится легче. Ей так понравился эффект, что она просит подругу сделать ей массаж спины и даже массаж колен. Может, откроем целый цветочный спа-салон? Массаж кактусом пойдет на ура. Рыжуля какая-то слишком нервная. Даже раскраска антистресс не помогает. Да, с такой фурией опасно находиться в одной комнате. Еще загрызет. Нужно срочно успокоить подругу. Разноцветные шарики Орбис заливаем водой. Оставляем разбухать на несколько часов. И наполняем ими большой прозрачный шарик Bubble. Завязываем шарик резинкой. И обвязываем ленточкой. Пока Рыжуля не разнесла всю комнату, я приношу ей успокаивающий шар с бусинами Орбис. Аккуратно вкладываю его в руки Фурии. Прохладный антистресс действует волшебным образом. Рыжуля вмиг стала прежней милашкой. Спокойствие, только спокойствие. Мы ждем еду из службы доставки. В городе пробки, еда задерживается, а голод пробуждает моей изящной подруге настоящего зверя. Она умудрилась поругаться с диспетчерами, даже с автоответчиком. Голодной подруге срочно нужен антистресс. И раз уж нет настоящей еды, попробую успокаивающую замену. Розовую губку плотно обматываем пленкой. Губку побольше разрезаем. Окрашиваем торец тонкого поролона в салатовый цвет. И оборачиваем вокруг розового цилиндра. Закрепляем скотчем. Снаружи приклеиваем кусочки побольше. Ставим на торце объемные капельки рисинки из термоклея и тонируем их белой краской. 2 тонкие губки заливаем черной краской из баллончика и оклеиваем наш ролл. Наколдую для подруги ролл. Он хоть и не настоящий, но тоже успокаивает. Можно занять руки до того, как придет настоящая еда.
Ролл такой мягкий и поможет нам отвлечься от ожидания. Понравились наши новые игрушки антистресс? Тогда пиши в комментариях, как ты будешь успокаивать нервы. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые антистресс-идеи на канале Трум-Трум.